программе Российского инвестиционного форума и расширенная повестка для руководителей муниципалитетов. О своем участии в круглых столах и сессиях моим коллегам рассказал глава администрации города Чебоксары. Поднимали много интересных, актуальных вопросов, касающихся как регионов, так и муниципалитетов. Это и лучшие региональные, муниципальные практики, в которых мы можем перенять положительный опыт субъектов, муниципалитетов. Это и народный бюджет, это инициативное бюджетирование, это интересные инфраструктурные решения с участием бизнеса. Кроме этого, послушали о требованиях и перспективах межбюджетных отношений, о распределении полномочий между федеральным центром, регионами, муниципалитетами. Ну и о стратегии пространственного развития регионов. То есть говорили о том, что будет создан единый инфраструктурный каркас на территории всей страны между регионами, где регионы смогут планировать дальнейшее развитие.